Привет всем, кто довязал до третьей части наш комбинезончик. Это канал школы вязания «Наша Пряжа». В сегодняшнем видео мы будем вязать перед нашего комбинезончика. Итак, напоминаю, в первой части мы делали обчисления, связали ножки, связали ручки. Во второй части мы связали спинку и выполнили вот реглан на спинке и на рукавах. Также сделали горловину и, конечно же, росток. Так, сейчас третья часть, и у нас, наверное, самая сложная часть, так как у нас остался перед. Вспоминаем, девчонки, мы когда разделяли спинку и перед, вот здесь, мы три петельки переда, которые у нас на проймочке, отдали спинке. И так спинку с ними вязали. Теперь мы должны вот эти три набрать снова. Сюда три петельки, плюс еще одну кромочную я тоже наберу. То есть я наберу в начале 4 петельки, тогда все свяжу, и с другой стороны тоже 4 петельки. Так, поехали. Набираю петли от одного конца нити, потому что с этой стороны я тоже от одного конца нити буду набирать. Итак, первая у меня скользящая будет петля. Одеваю ее на спицу. Так, это первая. Далее вторая петелька, третья и четвертая. 4 петельки я набрала. Так, с каждой стороны я буду вязать 6 петель платочной вязки. То есть вот эти 4 и еще 2 петельки у меня будут всегда лицевыми. Это будет платочная вязка. Остальные петли нашего узора я тоже вяжу пока лицевыми, так как это первый ряд нашего узора. Вот, все петельки получаются у нас лицевыми. Так, далее здесь 2 изнаночные. Вот эту петельку снимаю, и еще 2 изнаночные. Так, далее наша косичка из вытянутых петель. Я снимаю длинную петельку, вяжу 3 лицевые. Верну длинную петельку обратно. И тоже провязываю лицевой. Есть перекрещение влево. Теперь для перекрещения вправо снимаю 3 петли непровязанными. Снимаю, спускаю накид 4. Верну 3 петли обратно. 4 подхватываем, тоже возвращаем обратно. И все 4 провязываем лицевыми петлями. Так, есть. Далее у нас 2 изнаночных. Нить за вязанием снять петлю, 2 изнаночных. Так, довязала я до центральных петель. У меня здесь 9 плюс 9 это 18 петель, плюс вот эти 2 изнаночные с каждой стороны я тоже в узор отправляю. Это 19, 20, 21, 22 петельки. Мне нужно 28, то есть еще 6 петель я поднимаю над вот этими петлями. Провязываю их пока все лицевые и просто поднимаю петельку. 1, 2, 3 петли провязала. Прибавляю петлю из протяжки, одеваю на левую спицу, провязываю лицевую за заднюю стенку. Теперь 2 лицевые. Прибавляю вторую петельку. 2 лицевые. Прибавляю третью петельку. Так, то есть на этой стороне у меня 3 петельки подобраны, еще 2 лицевые. С этой стороны все тоже симметрично. 2 лицевые. Прибавляю петельку. Это уже 4-я прибавленная петля. 2 лицевые. 5-я прибавленная петля. 2 лицевые. 6-я. И 2 лицевые, 3 лицевые. Но тоже с той стороны начали с 3. То есть равномерно 6 петель, примерно я их вот так набрала. Так, вот эти 2 изнаночные, так и провязываю 2 изнаночные. Снимаю петлю с вязанием, 2 изнаночные. Так, здесь у меня косичка из вытянутых петель. Я снимаю первую петельку, спускаю накид, вяжу 3 лицевые петли, подхватываю петельку. И провязываю лицевой. Так, есть в одну сторону. Во вторую я переснимаю 3 петельки. 4-ю снимаю, спуская ее накид. Верну 3 обратно. Вот так. Подхватываю 4-ю. Тоже возвращаю ее на левую спицу. И все петельки провязываю лицевыми. Перекрещение длинной петли с уклоном вправо. Так, довязываем, что у нас здесь 2 изнаночные. Нить за вязанием снимаем петлю, 2 изнаночные. Так, здесь мы 2, 4, 6, 8, 9 петель осталось. Из них вот эти последние 2 мы будем вязать платочной вязкой, не забываем. А 2, 4, 6, 7 петель по рисунку. Первый ряд рисунка — это у нас все петельки лицевыми. Так, последние 2 тоже лицевыми, но это уже будет у нас платочная вязка далее. И с другой стороны, так же как и с первой, я тоже должна поднять еще 4 петельки. Вот таким образом. Обернула нить вокруг пальца, повернула, одела. Это у меня 3 и 4. Все, вот это все перед. Это 86 петель сейчас у нас на петлях переда. Второй ряд с изнаночной стороны. Так, смотрите, вот эти петли, что мы добрали, первую я должна обычно снимать, но сейчас я провязываю лицевой кромочную, потому что после набора. Так, далее 5 лицевых, это платочная вязка. После набора они очень тугие, поэтому вот так немножко растянуть и провязываем. 1 лицевая, 2. Так, снова растянуть. Это 3 лицевая. 4 и 5. 5 лицевых. Далее у нас 7 петель основного рисунка во втором ряду с изнаночной стороны. Это 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, далее еще 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые. Так, дальше узор кос на длинных петлях. Первую петлю провязываю изнаночной с накидом. Далее 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 7 изнаночной с накидом. Есть. Так, все ниточки подтягиваем. Далее 2 лицевые, изнаночная и 2 лицевые. Теперь у нас центральные 24 петельки. С изнаночной стороны они будут вязаться просто изнаночными петлями. Это 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, так, подтягиваем далее, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. 24 петельки. С другой стороны у нас 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Далее вот этот узор из длинных наших петель. Это изнаночная с накидом. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще 1 изнаночная с накидом. Вот, провязали. Так, цепляются немножко новые петельки и так далее. 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые. 7 петель нашего основного рисунка во втором ряду, это 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 5 петель осталось. Это платочная вязка. Вот, 1, тоже лицевыми, 2, новые петли, 3, нужно растянуть ниточку, провязать лицевой, 4, и снова растянуть ниточку, провязать лицевой, 5, и кромку я вяжу изнаночной петлей. Вот так. Все, готово, поворачиваем вязание. Так, в третьем ряду мы уже будем делать наше перекрещение на вот этих наших косах. Третий ряд — это с лицевой стороны. Снимаю петельку, Первые 5 петель платочная вязка, 5 лицевых. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Так, далее 7 петель основного рисунка. Сейчас мы чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Это третий ряд основного рисунка. Далее 2 изнаночные, нить за вязанием снимаю петлю, 2 изнаночные. Так, теперь здесь первую петельку мы снимаем, оставляем ее перед вязанием. Следующие 3 петли провязываем как 3 лицевые. Подхватываем нашу снятую петельку, тоже провязываем ее лицевой. Так, в другую сторону теперь 3 петельки снимаю не провязанными, 4 снимаю, спускаю накид, оставляю перед вязанием, 3 вернуть обратно и вернуть обратно 4 петельку. Все петли провязываю лицевыми. Так, дальше 2 изнаночных, нить за вязанием снимаю петлю, 2 изнаночных. На 24 петлях вяжем 3 лицевые. Далее беру дополнительную спицу и снимаю 3 петельки, оставляя их перед вязанием. С левой спицы вяжу следующие 3 петли лицевыми. Теперь перехожу на петли с дополнительной спицы и тоже их провязываю лицевыми. Вот так, 1, 2 и 3. Это перекрещение 3 на 3 с уклоном влево. Далее 6 лицевых петель. Так вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще раз делаю перекрещение 3 на 3 с уклоном влево. На дополнительную спицу снимаю 3 петельки перед вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые петли. Затем, если вам удобнее вязать не с дополнительной, а с левой спицы, вот эти 3 петельки можно вернуть обратно. Вот так и провязать тогда лицевыми, потому что с дополнительной спицы не всегда удобно вязать. Вот я вернула обратно и тоже провязала их лицевыми петлями. Это перекрещение 3 на 3 с уклоном влево. Вот 1 перекрещение, 2. В конце у нас еще 3 лицевые петельки. Так, это сложная коса на 24 петлях. Вот мы провязали ее ряд. Так, дальше довязываем 2 изнаночные. Нить за вязанием снимаю петлю. 2 изнаночные. Боковая косичка из вытянутых петель. Первую петлю снимаю, спускаю накид, оставляю перед вязанием. Следующие 3 провязываю как 3 лицевые. Подхватываю вот эту длинную петельку, провязываю тоже лицевой. Есть длинная петелька, перекрещение влево и перекрещение вправо. 3 петли переснимаю на дополнительную, на правую спицу. 4 снимаю, спускаю накид, оставляю перед вязанием. 3 вернуть обратно. Подхватываю 4 и тоже возвращаю обратно. Все 4 петельки провязываю как 4 лицевые петли. Есть. Так, теперь 2 изнаночные. Нить за вязанием снять петлю. 2 изнаночных. Так, с этой стороны у нас тоже 7 петель основного узора, 5 петель платочной вязки. 7 петель основного узора в третьем ряду вяжем как лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Есть. 5 петель платочной вязки вяжем как 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем кромочную вяжем изнаночной петлей. Так, работу поворачиваем. 4-й ряд выполняем с изнаночной стороны, снимая первую петельку. 5 лицевых, это платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5. 7 петель основного рисунка. Это 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая и последняя изнаночная. Есть. потянули ниточки. Далее у нас 2 лицевые изнаночные, 2 лицевые. Боковая косичка с вытянутых петель, здесь 8 изнаночных. Первую вяжем изнаночной с накидом. 6 центральных просто изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше последнюю изнаночной с накидом. Вот так. Так, дальше у нас 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. 24 петельки нашей центральной косички сложной всегда с изнаночной стороны вяжутся просто вот так изнаночными петлями. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот так. Так, дальше довязываем 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые. Вторая боковая косичка изнаночная с накидом. Есть 6 изнаночных. Так, это 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 1 изнаночная с накидом. Есть. Так, далее довязываем 2 лицевые и изнаночная, 2 лицевые. 7 петель нашего узора. Это изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Это 4-й ряд основного рисунка. Так, здесь у нас 5 петель платочной вязки. Это 5 лицевых. Плюс кромочные, которые провязываются изнаночной петлей. Вот так. Это мы все довязали 4-й ряд. Так, смотрим далее. Последние 2 ряда мы повторяем, то есть всегда лицевыми петлями, это будет платочная вязка. Этот рисунок повторяем, 4, вот эти 4 ряда. Первый ряд лицевые, второй ряд лицевые, третий ряд лицевая, изнаночная повторяем, 4-й ряд изнаночная, лицевая повторяем. Так, вот эта часть, это 2 изнаночных. Снять петлю 2 изнаночных с лицевой стороны, 2 лицевые изнаночные, 2 лицевые с изнаночной стороны. Косичка с лицевой стороны мы первую снимаем, 3 провязываем, вот первую снять, 3 провязываем, тогда провязываем первую. С другой стороны 3 снимаем, снимаем 4, возвращаем 3, тогда возвращаем 4 и все 4 провязываем. Так, это то же самое. 2 изнаночных снять, 2 изнаночных. Центральную я буду показывать, то есть далее. Я вот это все уже показывать не буду, вы просто повторяете все те же ряды. Показываю только центральную нашу косу и, наверное, только лицевые ряды, так как в изнаночных рядах с изнаночной стороны все петельки всегда вяжутся изнаночными. Одновременно мы берем вот пуговицы. Пуговицы я взяла вот вообще вот такие красивые, деревянные. Кстати, Phantomade пишет. И делаем отверстие для пуговиц. Так, отверстие, ну, я ориентировалась по вот этому узору, потому что, не знаю, это очень удобно. То есть я делаю после первого раппорта, вот первый раппорт я провязала, я сейчас делаю отверстие с вами, и затем после каждых 4 раппорта, то есть 4 раппорта вяжу, в 5-м делаю отверстие. Как делается отверстие? Кстати, отверстие с каждой стороны мы обязательно делаем. Снимаю петельку. Далее у меня 1 лицевая. Делаю накид. Следующие 2 петельки провязываю вместе лицевой петлей. Вот так. И затем еще 2 лицевые. Так, то есть 5 петель платочного узора. Это кромочная, лицевая, накид 2 вместе лицевой, 2 лицевые. То есть на вот этой планке мы делаем вот это все наше. наше отверстие. И довязываю дальше по рисунку. Так, это у меня уже получается 5-й ряд, то есть вяжется как первый основной узор. Это лицевыми петлями. Ну а далее все с вами как раньше. 2 изнаночных, нить с завязанием снять петлю, 2 изнаночных. Давайте еще этот ряд мы провяжем вместе, так как у нас с каждой стороны будет отверстие. Так, что здесь? Спускаем первую петлю, 3 следующих провязываем как 3 лицевые. Подхватываем спущенную петлю, провязываем лицевой. 3 снимаю не провязанными, спускаю 4, 3 возвращаю, 4 тоже возвращаю, провязываю все лицевыми. Ну вот. Так, дальше у нас 2 изнаночных, снять петлю нить завязанием, 2 изнаночных. Так, а по центру у нас 4 раза перекрещение влево должно быть. Снимаю 3 петли перед вязанием, дальше с левой спицы вяжу 3 лицевые. Мне удобнее возвращать обратно, вот я возвращаю 3 петли обратно на левую спицу и тоже провязываю их лицевыми. Раз, два и 3. Есть перекрещение влево 1, снова 3 петельки снимаю перед вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые, 3 петли обратно вернуть на левую спицу, тоже провязываю их лицевыми. Так, это второе перекрещение. Продолжаем. 3 петли снимаю на дополнительную спицу перед вязанием. С левой спицы 3 лицевые. 3 петли вернуть обратно. И провязываем их как 3 лицевые. Так. И еще раз 3 петли снимаем перед вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые. 3 петельки вернуть обратно. И провязываю их как 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот так. Так, довязываем 2 изнаночных, нить завязанием снять петлю, 2 изнаночных. Я еще этот ряд довяжу до конца с вами, так как мы с другой стороны тоже должны сделать отверстие. Так, дальше косичка, снимаю петельку, 3 лицевые, подхватываю снятую петлю, провязываю ее лицевой. Дальше переснимаю 3 петли, 4 спускаю, 3 петли обратно вернуть, подхватываю 4, все 4 петли провязываю лицевыми. Тогда 2 изнаночных, нить завязанием снимаю петлю, 2 изнаночных. Так, 7 петель нашего основного рисунка, это получается... 5-й ряд вяжется как первый, то есть 7 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7. Далее 5 петель платочной вязки. Смотрите, здесь мы должны провязать вот это отверстие. 2 петли я провязываю лицевыми. Далее 2 вместе лицевой. Делаю накид. Так, еще 1 лицевая и 1 изнаночная. Вот отверстие с одной и отверстие с другой стороны я сделала. Давайте посмотрим, насколько оно большое. С изнаночной стороны я снимаю петельку. Вот 5 лицевых, я так 5 лицевых и провязываю. Так, вот наше отверстие, какое получается. Наша пуговица легко в него проходит. Вот. Так, значит, 6-й ряд я вяжу по рисунку, косичку вяжу изнаночной. В 7-м ряду я показываю, как вязать косу дальше. Так, с лицевой стороны 7-й ряд довязала я до нашей вот этой косички. Здесь делаю перекрещение. Значит, у меня 3 лицевые. Перекрещение с уклоном влево снимаю 3 петельки перед вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые петли. 3 петли вернуть обратно на левую спицу. И тоже провязываем их как 3 лицевые петельки. Вот так перекрещение с уклоном влево. Между перекрещениями 6 лицевых петель. И снова перекрещение с уклоном влево. Снимаю 3 петли перед вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые. Вернуть 3 петли обратно. И провязать их тоже лицевыми петлями. Вот так. Так, дальше еще 3 лицевые петли. Это центральные 24 петли. Как вы поняли, перекрещение у нас в каждом лицевом ряду. Довязываю я до конца 7-й ряд по рисунку, как ранее. Затем с изнаночной стороны 2-й, 8-й ряд вяжу просто вот эти петли изнаночными. Все остальные по рисунку. Все как раньше. Встретимся в 9-м ряду. Так, 9-й ряд я довязала до косички. Косичку вяжу 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее перекрещение с уклоном вправо мы уже делаем. Сначала было влево, теперь вправо. На дополнительную спицу я снимаю те же 3 петельки, но оставляю их теперь за вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые петли. Затем 3 петли обратно перевожу на левую спицу и тоже их провязываю лицевыми петлями. Это у меня перекрещение 3 на 3 уже с уклоном вправо. Так, и еще 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, подтянем все ниточки, 7, 8, 9. Вот так. Так, ну и далее довязываю по рисунку. Это был 9-й ряд. Далее 10-й ряд с изнаночной стороны. С этой мы будем вязать просто изнаночными петлями. Встретимся в 11-м ряду. Так, 11-й ряд с лицевой стороны довязала до косички. Теперь 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дважды перекрещение с уклоном вправо. На дополнительную спицу за вязанием я снимаю 3 петельки. За вязанием оставила. С левой спицы 3 лицевые. 3 снятые вернуть обратно. И тоже провязываем их лицевыми петлями. Есть. И еще раз так же. 3 петельки снимаю за вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые. Затем 3 петли вернуть обратно. И тоже их провязываю лицевыми петлями. Вот 2 и 3. Так, еще 6 лицевых. Так, это был 11 ряд. 12 ряд с изнаночной стороны. Петли вяжутся изнаночными. Этот ряд я довязываю до конца по рисунку. Так, 13 ряд с лицевой стороны. Здесь будет у нас еще одно перекрещение. Я довязала до центральной нашей косички. Сложная коса вяжется как 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее перекрещение 3 на 3 с уклоном вправо. 3 петельки снимаю на дополнительную спицу за вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые, переснимаю обратно 3 петли и вяжу их лицевыми петлями. Есть перекрещение 3 на 3 вправо. Так, довязываю 9 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И далее по рисунку. Так, это 13 ряд с лицевой стороны. 14 ряд обратно мы вяжем изнаночными петлями. Так, вот целая наша картина. Последние 12 рядов – это раппорт узора. Мы провязали 14 рядов, но первый и второй – это было прибавление петель вот здесь и изнаночный ряд. То есть вы повторяете с 3 по 14 ряды. Последние 12 рядов для вот этого раппорта, последние 2 ряда для вот этих всех петель, последние 4 ряда для вот этого узора. Ну, поточная вязка — это последний ряд, то есть петли лицевыми. То есть далее вяжем с 3-го ряда. Это у нас было 3 лицевые, перекрещение с уклоном влево, 3 петельки снимаю на дополнительную спицу перед вязанием, с левой спицы вяжу 3 лицевые петли, верну 3 петельки обратно на левую спицу и тоже их провязываем лицевыми петлями. Есть. Так, далее у нас 6 лицевых между косами будет. Это 3, 4, 5, 6. И снова перекрещение с уклоном влево. Снимаю 3 петельки на дополнительную спицу перед вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые. Верну 3 петли обратно на левую спицу. И провязываем их также, как 3 лицевые. Далее еще 3 лицевые петельки для нашей косички. 1, 2, 3. То есть вот этот ряд равняется этому ряду. Вот так мы продолжаем вязание по рисунку. Так, сколько всего вязать? Смотрим по спинке. Здесь у нас было, по-моему, 15 раппортов, включая 2 раппорта на штанинах. Так легче считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да, 15 раппортов. Здесь тоже вот этого узора 15 раппортов, включая 2 раппорта штанины. Я провязываю, затем меняю цвет нити и еще 4 раппорта вяжу. И тогда буду делать убавление реглана. Так, вот как косичка выглядит. Это сделано уже 2 раппорта. Так, смотрите здесь, вот 1, 2, это штанина, 1 раппорт, я по основному рисунку смотрю, 1 раппорт сделали, мы делали отверстие, далее 1, 2, 3, 4, 5, после отверстия мы делаем 5 вот этих раппортов, то есть 5 на 4 это 20 рядов, через каждые 20 рядов будем повторять отверстие для пуговиц. То есть я сейчас, кстати, в рубчиках это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рубчиков должно вот быть после отверстия. Ну, следующее отверстие все то же самое. Я снимаю петельку, 1 лицевая, затем накид, 2 вместе лицевой. Так, еще 2 лицевые. И дальше по рисунку. То есть вот наше следующее отверстие. Так, мы будем вязать дальше, выполняя отверстие через каждые 20 рядов, через каждые 10 рубчиков. Так, а когда мы довязали до наших пройм, мы тоже делаем убавление реглана. Но вот эти 3 петельки, что нужно было откладывать, мы уже отложили вместе с спинкой. То есть 3 для спинки, 3 для переда и шли вместе с спинкой, мы их отложили. То есть мы сразу начинаем только убавление реглана. Убавление реглана происходит в каждом лицевом ряду с каждой стороны переда. Итак, кромочную петлю снимаю. Вяжу 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Последнюю 5-ю петлю платочной вязки всегда буду провязывать вместе со следующей петлей с уклоном влево. Эту петлю снять, следующую провязываем лицевой, снятую перекидываем через провязанную. Остальные петельки будут вязаться по рисунку. И так довязываем до последних 7 петель с другой стороны. Так, вот у меня петли уже основным рисунком. И 7 петель осталось. Остальные петли вот провязала, 7 петель осталось. Значит, здесь я делаю убавление с уклоном вправо. Слева направо 2 вместе лицевой. Далее 4 петельки платочной вязкой и кромочную петлю изнаночной петлей. Вот убавление в начале с уклоном влево, в конце с уклоном вправо. То есть убавление мы делаем последней петли планки и следующей петли узора. Так, с изнаночной стороны снимаем кромочную петлю, все вяжем по рисунку. Никаких убавлений с изнаночной стороны мы не делаем. Планка у нас таки остается, кромочная 5 лицевых, остальные петельки уже по рисунку. Довязали изнаночный ряд, поворачиваем в лицевую сторону. И так убавление с каждой лицевой стороны. Смотрите, вот эти все петельки мы будем понемногу убавлять, 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 убавлять. И вот это убавлять, и вот эти тоже петельки будут убавлять. То есть вот снова ряд с лицевой стороны. Все то же самое. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжу 4 лицевые. Убавление с уклоном влево. Снять петлю, 1 лицевая, перекинуть снятую петлю на провязанную. Так, дальше у нас по рисунку 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и 1 лицевая. То есть осталось по рисунку только 5 петелек. Вот так убавление поглощает наш узор. Сначала основной узор, затем вот эту нашу петельку. И дошла я уже до вот этого узора. Так, вот этот узор мы будем максимально стараться повторить, несмотря на убавление. Итак. Вот мой следующий ряд. Я сняла петлю, 4 лицевые. Теперь следующую петельку я должна провязать вместе с длинной петлей. Но помните, мы длинную петлю можем отправить сюда и провязать ее со следующей петлей. Я снимаю вот эту петлю убавления, отпускаю петельку, которая должна быть перед вязанием, возвращаю петельку обратно. Теперь вот так снять, провязать. Накинуть снятую петлю на провязанную, то есть убавление с уклоном влево. Так, длинная петля у нас чуть не убежала. Еще 2 лицевые петельки. Подхватываем ее и провязываем лицевой. Так, теперь я довязываю до конца. То же самое делаю с другой стороны. Здесь мы 3 снимаем, снимаем, спускаем следующую, 3 возвращаем и возвращаем вот эту петельку. Все 4 провязываем лицевыми. Так я довяжу быстренько до другой стороны. Так, далее в другую сторону перекрещение делаем. Длинную петлю вытаскиваем, из них 3 петельки теперь провязываю лицевыми, а 4-ю вместе лицевой. Вот, довязываю по рисунку 1 изнаночная. Так, теперь с изнаночной стороны, вот здесь мы уже изнаночную будем вязать без накида, здесь еще изнаночную с накидом. Так, вот как оно все будет. С изнаночной стороны снять кромочную петлю. Так, у нас 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных. Из них только последняя изнаночная с накидом. Остальные просто изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А следующую уже изнаночной с накидом. Вот так. То же самое с другой стороны. С другой стороны первую изнаночной с накидом, последнюю изнаночной без накида уже. С лицевой стороны мы вот эту петельку снова будем убавлять, но вот здесь узор сделаем. Так, у нас вот 3 петли осталось. Мы сделаем перекрещение 1 на 2 с уклоном влево. И тогда уже получается с центральной петлей сделаем убавление. Снимаю петлю, 4 лицевые, петлю убавления пока снимаю, 3 петельки перекрещаю вот таким образом. То вот это у нас будет перед вязанием, 2 у нас за вязание, повернули и все поменяли местами, перекрестили. Так, петля убавления у нас уже снята, следующую провязываю лицевой, первую перекидываю через вторую и следующие 2 провязываю еще лицевыми. Вот так получается. Так, здесь у нас стандартное перекрещение, все как раньше. Вот так поменяла их тоже местами, провязала все лицевыми. Так, я вяжу так по рисунку до следующей стороны. С следующей стороны мы тоже вместе делаем убавление. Так, с другой стороны первое перекрещение мы выполняем как всегда. Сняли петлю, 3 лицевые, подхватываем снятую, провязываем лицевой. Так, затем у нас 3 петельки для второго убавления, перекрест, 2 снять, 3 так отпускаем, 2 возвращаем, возвращаем 3. Вот так. Из них первые 2 провязываем лицевыми, а петлю убавления 3 провязываем вместе лицевой. И еще 4 лицевые, кромочную и изнаночной. Вот так. То есть вот наше перекрещение. Так, работу поворачиваем тоже. Вот это еще у нас с накидом, а вот эти все без накида провязывается. Так, следующий ряд. Снимаем петельку, 4 лицевые. Петля убавления. Со следующей петлей должна провязываться. Мы вот эти 2 поменяем местами и тогда сделаем убавление. Снимаю, меняю их местами, чтобы было влево. Провязываю вторую лицевой, перекидываю первую через вторую, получили убавление с уклона влево и 1 лицевая. Вот так. Так, с другой стороны все хорошо будет. Вот так, сняли 3, сняли 4, вернули 3, вернули 4 и все провязать лицевыми петлями. Так, с другой стороны снимаю петельку, 3 лицевые, вернуть снятую петельку, провязываю лицевой. Есть. Так, теперь 2 перекрестить с уклоном вправо. Вот так. Первую провязываем лицевой, 2 следующих провязываем 2 вместе лицевой. 4 лицевые, 1 изнаночная. Вот как красиво получается у нас убавление вместе с узором. Так, в следующий ряд кромочную снять, 4 лицевые. Здесь убавление, мы убавляем последнюю петлю этой стороны косички и перекрещение, 3 снять, снимаю длинную петельку, вернуть 3 обратно, вернуть обратно длинную петельку и все провязываем лицевыми. Так, с другой стороны сделаем перекрещение, затем убавление и довязываем. Так, с изнаночной стороны кромочную снять, 5 лицевых, это 3, 4, 5. У нас осталось 4 изнаночные петельки, из них 3 вяжем просто изнаночными, а 4 изнаночной с накидом. Так, довязываем до конца. С той стороны первую провязываем изнаночную с накидом и следующие 3 просто изнаночными. Так, продолжаем убавление. Теперь мы будем убавлять саму длинную петлю. Итак, снять кромочную, 4 лицевые. Петлю убавления пока снимаем просто, следующие 3 тоже пока снимаем просто. Спускаем длинную петлю убавления, возвращаем 3 обратно, Возвращаем длинную петлю обратно, провязываем ее сразу лицевой, затем петлю убавления перекидываем через нее. Вот так. То есть мы ее просто убавили. Так, еще 3 лицевые. Так, довязываем 2 изнаночные, нить завязанием снять петлю, 2 изнаночные. Так, с другой стороны длинную петельку я снимаю. Следующие 3 я вяжу лицевыми. Подтягиваю длинную петельку и провязываю 2 вместе лицевой. Вот так. Так, далее еще 4 лицевые, кромочную и изнаночную. Поворачиваем вязание. Теперь на вот этом участке уже будем вязать просто изнаночными петлями, без накидов. Снимаю петельку, 5 лицевых, 3 изнаночных осталось. Вот раз, два, три. С другой стороны все так же, 3 изнаночных, тогда платочная вязка. Так, следующий ряд убавления. Снимаем кромочную, 4 лицевые. Так, вот петля убавления, ее должны мы убавить аж с вот этой петлей. Я снимаю 3 петельки, снимаю перед вязанием 4, 2 возвращаю обратно, возвращаю 4, то есть вот эту протяжку я пока оставляю. 4 провязываю лицевой, петлю убавления перекидываю через провязанную петлю и еще 2 лицевые. Вот так. И довязываем с другой стороны, чтобы тоже сделать убавление. Так, с другой стороны делаем перекрещение 1 на 3. Одну петлю перед вязанием, 2 за вязанием, поменяли местами, 2 лицевые и затем 2 вместе лицевой. Довязываю лицевыми, кромочную, изнаночную. Так, вот это у нас было последнее убавление реглана. Сейчас на спицах 50 петель. Нам нужно сделать убавление сверху, вот здесь. Косичку мы прибавили в начале, помните, 6 петель. Теперь нам нужно их убавить. И это все будем делать с изнаночной стороны. Итак, следующий ряд с изнаночной стороны. Кромочную снять. До петель косички вяжу по рисунку. Это у меня 5 лицевых. Это платочная вязка. 2 изнаночных. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Так, у нас здесь 24 петли, из них нам нужно 6 убавить. 24 на 6 это 4, то есть из 4 петель 1 убавление. Как это делать? 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная. 4 петли было, стало 3. Повторяем: 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, это второе убавление, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, третье убавление, изнаночная, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, четвертое, изнаночная, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, это 5, и 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 6 раз я провязала убавление. Далее довязываем 2 лицевые изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 5 лицевых, 4, 5 и кромочную вяжем изнаночной петлей. У нас на спицах уже 44 петельки. Одновременно нам нужно делать последнее 6-е отверстие. Так, смотрим все отверстия. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Это будет 6-й. Так, начинаем из отверстия. Первую петельку снимаю. 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой. Так, подтянем. 2 вместе лицевой. Далее 1 лицевая и 2 вместе изнаночной петлей. Вот так. Теперь поворачиваем вязание. Так, снять петлю. Вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Повернуть вязание. Смотрите, мы сделали последнее наше отверстие. Такое же мы сделаем с другой стороны, когда вот это все довяжем. А довяжем мы вот это все так. Каждый раз снимать кромочную петлю. 4 лицевые. 3, 4. Затем провязываем 2 вместе изнаночной. Вот так. Повернуть вязание. Снять петельку. 4 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Снова повернуть вязание. Так мы каждый раз будем провязывать по одной петли, убавляя. Снять петлю. 4 лицевые. 2 вместе изнаночной. Повернуть вязание. Снять петлю. 4 лицевые. Кромочную изнаночной. Повернуть вязание. То есть вот так поворачивается и в другую сторону сюда будет провязываться. Каждый раз вот так вы повторяете, пока все вот эти петельки не будут убавлены. Так, смотрите, вот убавление наше. И я убавляла до тех пор, пока у меня не осталось 6 петель первой планки, 6 петель второй планки и 1 петля по центру. Вместе с последней петлей я сделаю вот это второе отверстие для пуговиц. Так, снимаю петельку. 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой. 1 лицевая, 2 вместе изнаночной. Поворачиваем, снимаем петельку. Все петли провязываем лицевыми. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Повернуть вязание. Теперь разделяем петли на 2 части. Вот я дополнительную спицу взяла, 6 петель снимаю на вторую спицу. Вот так. Раз. И вот эти петли 2. То есть вот так сложить. Петли 2 спиц. Так, ниточку отрезаем. Оставляем большой такой хвостик для сшивания. Сшивать будем с помощью иглы. Так, сложили вместе и закрываем их тоже вместе. Так. У нас отсюда идет ниточка, мы подхватываем петельку с другой стороны. Вот так. Теперь продеваем первую с лицевой в изнаночную сторону, снимаем. Продеваем вторую с изнаночной в лицевую сторону, оставляем. То же самое на второй спице. Первую продеваем с лицевой в изнаночную сторону, вторую с изнаночной в лицевую. Стягиваем все вместе. Повторяем с первой спицы, первую продели, сняли, вторую продеваем и оставляем. На второй спице первую продели, сняли, вторую продели и оставили. Этот шов я уже очень много раз показывала на канале. Таким образом мы сшиваем петельки каждой спицы. Вот так. Продеваем, снимаем, вторую продеваем, оставляем. На второй спице первую продеваем, снимаем, вторую продеваем и оставляем. Теперь первые 2 петельки вот так просто снимаем на иглу. вот такой шов. Вот это все нужно расправить вот так в изнаночную сторону. Шов тоже так расправляем, чтобы не слишком затянут был. И с изнаночной стороны прячу ниточку. Соединение мы начинаем из наших рукавов. У нас есть еще петли спинки переда и рукава. Снимаем их с булавки на спицу. Так, вот петли спинки. Так, вот 6 петель спинки. И теперь также петли полочки. Вот первые 3 петли. И вторые 3 петельки также снимаем. Вот так получается. То есть это рукав, это спинка. И так вместе будем сшивать. Так, сшиваем все так же. Здесь у нас ниточка, подцепляем вторую петельку. Так, теперь первую продеваем, снимаем, вторую продеваем, оставляем. С другой стороны первую продеваем, снимаем, вторую продеваем, оставляем. То есть все как раньше. Так, последние 2 петли, первую снимаем, вторую продеваем, на второй спице первую снимаем, вторую продеваем и продеваем 2 петельки. Так, смотрите, здесь у нас небольшое отверстие, вот этим же мы его соединяем, чтобы отверстия не было. Выводим все в изнаночную сторону и с изнаночной стороны прячем. Так, и теперь сшиваем сам шов рукава. Для этого я использую вот эту ниточку с другой стороны, которая у меня осталась. Тоже одеваю в иглу. Так, смотрим. У нас здесь лицевая, изнаночная, кромочная. То же самое с другой стороны. Кромочные поддеваю. Вот так. Так, вот кромочные петли ближе. Внутреннюю часть кромочных петель заводим, с другой выводим. Стягиваем. То же самое с другой стороны. Внутреннюю заводим. Следующая внутренняя. Видите, вот эта кромочная петля. Внешняя стенка и внутренняя. Мы поддеваем внутренние стенки. А внешние стягиваются вместе и делают лицевую петельку. Так, вот. 1, 2 с одной стороны. 1, 2 с другой стороны. 1, 2 с одной стороны. 1, 2 с другой. С одной стороны. И так полностью до конца. Вот наш шов. Вывожу в изнаночную сторону и прячу с изнаночной стороны. сшиваем оба рукава. Раз. Так, теперь переходим к нашим штанинам. Все то же самое должны повторить для штанин. Все то же самое. Поддеваем кромочные. Стягиваем вместе. Подтягиваем с одной стороны. И подтягиваем со второй стороны. Стягиваем вместе. Подтягиваем с одной стороны и подтягиваем с другой стороны. Так, вот так получаем шов. Так, дальше наша задача все концы, где у нас есть, полностью заправить в полотно. Вот это концы у меня от смены клубка нити. Вот так просто заправляем. Вот несколько раз заправили и конец обрезали. Конца нет. Так все полностью концы обрабатываем. Все концы спрятали. Все должно быть вот так красиво, аккуратно. И нам осталось только пришить пуговицы. Вот такие пуговицы. Так, пуговицы пришиваем вот так. Раз, два, три. Вот здесь 4, 5 и 6. То есть мы на вот этой части и на рукаве пришиваем пуговицы. Вот мы пришили все пуговицы. Я завернула, это на 68 размер, развернуть на 74 размер. Не забывайте, что все схемы, полное описание данного комбинезона есть на сайте пряжа.ру. Также по ссылке под этим видео есть полностью видео на каждый отдельный узор и на предыдущие части, первую, вторую и вот эта третья часть. Всем спасибо, с вами была Катерина Мушин, это школа вязания «Наша пряжа». До новых встреч!